Здравствуйте, дорогие друзья. Посылочка у нас с Алиэкспресс. Это распродажа была 11.11. Шло полтора месяца, ну не полтора, месяц. Шла посылочка долго. Но сейчас мы ее откроем и посмотрим. Что у нас здесь? Открываем. Вот такой вот у нас замялся немножечко чехольчик такой, чехольчик для Телла. Где наш Телла? Где он? Сколько у меня батареек? Wi-Fi Xiaomi. То и приходится мне ходить вот с этим делом и вот с таким вот, с такой коробочкой. Давайте посмотрим, что у нас получится, нет? Что у нас не лезет? Так лезет. Значит так, да, действительно сделан вот так вот. Нет, не так. У нас специальный есть. Вот он. Смотрите. Даже с защитой тут все войдет. Вот так вот все закроется. Немножко подправим. После пересылки. Так что смотрите, Телла прекрасно здесь входит и выходит. Убираем то, что нужно было, не нужно было, теперь не нужно, точнее. Место для Телла. Батарейки раз, батарейки два. Что у нас здесь еще? Пропеллеры положить. Ну-ка еще раз. Ну, в крайнем случае, еще вот батареечку можно будет пристроить. Вот так, если. Вот. Для пульта только нет места. Это есть отдельный такой чехольчик, чтобы можно геймсир с собой носить. А это компактный. Второй замочек. Вот. Смотрите. Ну да, запах есть такой от него, химический. Обычно все наше добро тут в одном флаконе. Вот никто ничего не потеряет здесь. Вот все, места есть, нужно пропеллеры можно запасные положить. Так что, кстати, рекомендую такой вот замечательный чехольчик для всех владельцев Телла. Ссылочка на продавца внизу, увидите под видео. А на этом все. До следующих полетов на Телла. Пока!